Доброе утро! Никак не можете проснуться? День только начался, а у вас уже депрессия или упадок сил? Вы просто неправильно дышите. Именно неправильное дыхание лишает человека радости жизни. Давайте устраним этот пробел вместе с нашей утренней гостьей. В студии Анна Жуланова, преподаватель йоги. Анна, приветствую. Доброе утро, Наталья. Что такое правильное дыхание? Правильному дыханию можно и нужно учиться. И мы сейчас можем с вами попробовать сделать одно упражнение. Оно является базовым для всех йоговских техник и очень важно им овладевать, и вы можете практиковать его в своей повседневной жизни постоянно. Итак, нам нужно встать ровно на обе ножки. И это дыхание животом. Дыхание называется брюшное или диафрагмальное дыхание. Для того, чтобы понять, как его делать, нам нужно сейчас правую ладонь расположить на животе. И мы делаем вдох через нос и надуваем живот, и чувствуем, как живот толкает ладошку вперед. И на выдох мы втягиваем живот, подаем его к позвоночнику, ладошка опускается вниз. Также выдох через нос. И мы на вдох надуваем живот. Начинаем утро. Самый первый вдох. Вот мы просыпаемся, прежде чем открыть глаза, каким он должен быть этот вдох? Это вдох более глубокий, и нужно сделать по возможности полный вдох, то есть и животом, и грудной клеткой, и по возможности, чтобы немножко приподнялись плечи, чтобы верхние доли легких тоже наполнились воздухом. Сделать полный выдох. И есть еще универсальное утреннее правило. Когда вы делаете первый вдох, вы можете зажать после этого одну ноздрю и другую, и почувствовать, какая ноздря дышит лучше. И после этого с этой ноги нужно вставать. Теперь упражнение на вечер. Мы хотим заснуть. Как нужно нам правильно подышать, чтобы успокоить и нервную систему, да, и наладить себя на приятный сон? Если вы хотите совсем успокоиться, у вас очень был такой насыщенный день, то лучше тогда дышать только через левую ноздрю. Это дыхание называется лунным дыханием или дыханием Чандрабхедана. Можем показать? Можно показать. Сложно? Что нужно сделать? На правой руке мы сейчас должны зафиксировать указательный средний пальчик под подушечку большого. Безымянный палец, мизинец и большой палец, свободный. Указательный и средний под подушечку большого. Ну, можно подушечкой прямо их прижать, чтобы они не выскальзывали. Большой палец, безымянный, мизинец, свободны. Итак, мы зажимаем большим пальцем правую ноздрю, делаем вдох через левую. И зажимаем безымянным пальцем левую ноздрю, выдыхаем через правую. Итак, вдох правая ноздря. И после вдоха мы меняем ноздри, выдыхаем через левую. Это дыхание называется Нади Шатхана, пранаяма. Поочередное дыхание через левую и правую ноздрю. Сколько раз достаточно выполнить, чтобы тело успокоилось и сон был приятным? Ну, порядка 3-5 минут. Очень хорошие советы. Спасибо, Аня, что нашли время прийти к нам сегодня в студию. Напомню, у нас был преподаватель йоги. Вы не поверите, но оказывается, с помощью правильного дыхания можно не только улучшить настроение, но и похудеть, сузить талию, укрепить мышцы брюшного пресса, развить гибкость и улучшить состояние здоровья. Просыпайтесь и дышите правильно.